Всем привет! Сегодня я вам предлагаю нарисовать тигра красивого, с ярким рыжим окрасом, с черными полосками. Для начала мы наметим форму морды тигра. Он будет во весь лист. Мы будем рисовать голову. Чуть ниже середины определяем треугольник носа. Начинается рисунок практически так же, как мы рисовали бы кошку, только эта кошка будет большим, красивым хищником. Рисуем мордочку, вытянутый нос, который уходит ко лбу. Длина носа и лба практически одинаковая. Снизу подбородок. Рисуем глазки. Сначала мы нарисуем круглый глаз. Он небольшой. И прикроем немного веком. Также зрачок на этом же уровне. Рисуем второй глаз, также прикрываем опускающимся веком. И зрачок. Сразу определим форму полос. От этого также будет зависеть и форма головы. Можно провести линию симметрии. И нарисуем уши. Уши немного закруглены. Они небольшие. И чуть выше ушей еще продолжение головы. Форму носа можно прорисовать более детально. Наметить мохнатую шерстку. И само тело, куда потом будет выходить. Рисовать буду гуашью, чтобы лишние линии закрылись. И начну с фона. Возьму кисточку средних размеров и палитру. Чтобы фон был не слишком темный, я смешаю желтую и зеленую краску. Положу сначала желтую и добавлю зеленый. Получится свежая, яркая зелень.
и этой краской закрою вокруг. Возьму белую гуашь и немного ультрамарина, чтобы белый был не чистый, а немножко с оттенком. Белого положу побольше. Немного добавлю ультрамарина, чтобы он был похолодней. И закрою те места, которые у меня будут белые на рисунке. Мордочка. Надбровные дуги. Под глазом. С краю ушей. По краю уха. И в сторону по всей голове. Мелкие волоски потом еще прорисую белым, а пока закрываем только большими пятнами. Нам нужно закрыть полностью, разложить по пятнам свою работу. А потом уже будем прорисовывать все более детально. Сейчас наведу рыжую краску. Для этого возьму желтый потемнее и красную алую. Это значит красный теплый. Желтого кладем побольше. И немного красный. Можно немножко приглушить. Для этого я возьму белый, который у меня был намешан для мордочки, и добавлю в эту же луночку. Теперь этим цветом закрываю оставшиеся пятна, которые будут рыжими. Thank you.
После того, как основные пятна я закрыла, я приступлю к прорисовыванию, более детальному. Возьму кисть потоньше, можно взять несколько кисточек, чтобы рисовать разную шерстку. В первую очередь прорисую глаза. Они будут желто-зеленые, желтого побольше, зеленого поменьше. И закрываю полностью радужку глаза и зрачок, все вместе. И еще я закрою нос. Нос будет розовым. Положу в палитру белой краски и немного красной. Теперь беру черную краску. Аккуратно разминаю в палитре и прорисовываю сначала зрачок, а потом аккуратно глаз. То же самое и с другим глазом. Под нависающим веком глаз должен быть чуть-чуть темнее, поэтому я возьму чуть-чуть черного, добавлю зеленый, которым мы раскрашивали глаз, сделаем цвет чуть темнее и нарисуем тень под веком. С одной стороны и с другой. По краю носа сделаем очень тонкую полосочку, чтобы ее не было сильно видно. Сейчас будем делать полоски над бровями и будем сразу рисовать как шерсть, короткими отрывистыми штрихами. С одной стороны и постарались с другой стороны сделать то же самое. Также переходим на лоб, на лбу.
под глазом. По краю белой каемки. Ниже глаза можно отдельными пятнышками. Сбоку также сделаем пятнышки. Для больших полос можно взять кисточку немного побольше и сделать ей уже. Темноту в ушах. Сверху потом проработаем тонкие белые волоски. Делаем небольшие волоски по краешку уха. С другой стороны можно просто аккуратно обвести. Стараемся делать рисунок симметричным. С одной стороны и с другой. К краю глаза поведем еще одну полосу. С одной стороны и с другой стороны. Thank you.
Под головой, под мордой делаем тень. Также из полос. На рыжей шкурке тоже делаем черные контрастные полосы. Сейчас аккуратно, небольшими точками делаем на мордочке место, где усы. Они не должны быть слишком ровные, слишком идеальные, немножко различаться. Но тем не менее очень аккуратные. С одной стороны. И с другой стороны. На подбородке тоже такие же пятнышки. Добавьте к черному немного белого. Получится серый оттенок. Немного этим серым цветом отделим мордочку от другой шерстки. Также таким серым светлым сделаем в ушах. Практически полностью закроем черный цвет. И с другой стороны. По краю головы тоже сделаем. Под головой. Заходите немного на черную полосу и на белую. По краю носа не задевайте черную линию. Добавляйте. Тень на подбородке. Сполоснули, взяли белую краску и добавим сейчас немного белой шерсти, а также блики на глазах. Добавили чуть-чуть
в зеленую и поставили блик прямо на зрачок с одной стороны и на другом глазу с этой же стороны. И сделаем аккуратно, зайдем с белого пятнышка на рыжий, чтобы у нас получились отдельные волоски. Нужно выйти на фон немножко, чтобы голова была более объемная. Также белую добавим к розовой и сделаем блик на носу розовым, более светлым. И немного сверху на черные полоски тоже прикроем белый шерсткой. Добавлю к оранжевому немного белого. И на носу сделаю несколько более светлых штрихов. И на лбу немножко. Все, на этом свою работу я заканчиваю. Желаю вам творческих успехов. До свидания.